Последней крупной битвой русско-японской войны стало Цусимское морское сражение. 8 месяцев плыли на него русские моряки, а японцы спокойно готовились к бою у берегов Цусимы. Превосходство японцев было по всем статьям, но не испугались наши моряки-самураев. Благородно вступили в бой, даже не надеясь на победу. О том, как это было, расскажет нам сегодня бывалый солдат. Здравия желаю, ребятушки! Рад видеть вас на палубе своего корабля. Ведь, как вы понимаете, я не только солдат, но и моряк бывалый. Да, хоть часто называют меня сказочным, но зато вот в историях, которые рассказываю, сомневаться не приходится. Они что ни на есть настоящие. Да, не сомневайтесь. Так же, как вот в крепости этого морского узла не приходится сомневаться. Я его прочность еще в 1905 году проверил. В памятном Цусимском сражении. Россия в те годы воевала с Японией на территории Китая. Нам принадлежала крепость Порт-Артур на Ляодунском полуострове. Но японцы при поддержке англичан объявили нам войну. Вероломно напали на наши корабли у берегов Кореи, а потом почти год осаждали Порт-Артур. Российское правительство до последнего не верило, что японцы будут воевать с Россией, а поэтому даже не обращало внимания на укрепление войск на Дальнем Востоке. Наконец, после нападения на Порт-Артур, было решено направить на японцев вторую эскадру кораблей под командованием вице-адмирала Рожественского. Основные силы нашего флота были сосредоточены на Балтике, под Петербургом. Ну, сами понимаете, Япония от Питера, прям скажем, далековато. Но деваться-то было некуда. Приказ есть приказ. Стали быстро собирать эскадру кораблей. Включили в нее все основные броненосцы. Так торопились. Ой. Учение некогда было провести. А ведь управлять взаимодействием 38 кораблей в бою – это дело не шуточное. Да еще такому военному каравану до места боевых действий предстояло пройти 18 тысяч морских миль. В общем, все делали в спешке. Офицеры и матросы были в недоумении. Морская миля. Единица измерения расстояния, принятая в мореплавании. Одна морская миля равна 1852 метрам. Путь эскадры с Балтики на Дальний Восток составил 33 тысячи километров. Почти без захода в порты, без базы угольных станций, 8 месяцев плавания. Это был сам по себе непростой поход, изматывающий и команды, и корабли. Проходя Мадагаскар, моряки получили известие о сдаче Порт-Артура и гибели первой Тихоокеанской эскадры. Боевое настроение ухудшилось. Теперь перед второй эскадрой стояла новая задача. Нужно было овладеть Японским морем и прорваться во Владивосток. Командующий русской эскадрой Рожественский решил провести наши корабли между Кореей и Японией, недалеко от острова Цусима. Вот здесь-то нас и поджидали готовые к бою японские корабли. Японцы хорошо подготовились к войне. Судите сами. Более 120 японских кораблей разных классов вышло на бой против 38 русских. Суда противника были лучше защищены броней. Японская артиллерия имела большую скорострельность – 360 выстрелов в минуту. У наших пушкарей всего 134. Скорость японцев тоже была выше. 18-20 узлов против 15-18 у наших кораблей. Узел. Скорость морских судов измеряется в узлах. Один узел равен одной морской миле в час. В
переводе на сухопутное значение эта величина составляет 1,8 километра в час. А, мало нас было, что и говорить. Адмирал Рождественский даже разведку впереди эскадры не высылал. Все боялся, что разведчики с японцами столкнутся. И тогда уж им точно не сдобровать. Ай, воевать мы вышли почти вслепую. Японцы о нас знали все, а мы о них ничего. 14 мая 1905 года японские разведчики обнаружили сигнальные огни русских кораблей. Скоро и наши капитаны заметили флагманский корабль японцев, которым командовал адмирал Того, и приготовились к бою. Адмирал Рождественский построил корабли эскадры в две кильватерных колонны. Это был, пожалуй, единственный маневр, который русская эскадра отработала во время долгого плавания. Кильватер – строй кораблей, когда они выстраиваются один за другим по направлению движения. С расстояния 7 километров японцы начали обстрел российского флота. Первые минуты боя были обстреляны три русских флагманских корабля. Суда противника, окрашенные в серый цвет, были малозаметны. В отличие от черных русских броненосцев, которые были хорошо видны на воде. Японские снаряды разрывались при ударе обо что угодно, давая огромные клубы ядовитого дыма, много огня и мелких осколков. В Цусимском сражении японцы применяли бомбы с особым веществом – шимозой, которая при взрыве давала удушливый дым. Русским артиллеристам в таких условиях было трудно следить за неприятельскими кораблями, а японцы легко расстреливали наши суда. Это была страшная битва, ребятушки. Много наших моряков погибло. Суда, охваченные пламенем, тонули на глазах моряков. Самые отчаянные команды, когда кончались снаряды, спускали на воду шлюпки и открывали кинстоны своих кораблей, затопляя, чтобы они не достались врагу. Дня длилось это невиданное сражение. Японцы расстреляли нашу эскадру из всех орудий, но они не сломили русский морской дух. В Петербурге в этот момент царила неразбериха. Россию уже трясли революционные события. Уже никому не было никакого дела до войны с Японией. А императору Николаю II вначале даже доложили, что российский флот одержал победу над Японией. Однако, когда ситуация прояснилась, русские дипломаты стали договариваться о возвращении пленных на родину, а адмиралы – обсуждать причины проигрыша сражения. В Цусимской битве четыре русских броненосца ушли ко дну, почти все корабли получили серьезные повреждения. Вся Россия обсуждала итоги Цусимского сражения. Гордиться было нечем. Окончание войны армейские чиновники решили отметить медалью в память русско-японской войны. На лицевой стороне изобразили эпизод боя. А на оборотной надпись «Да вознесет вас Господь в свое время». Рассказывают, что когда императору принесли документ подписать о медали, он на нем написал «В свое время». Дескать, не очень своевременная награда. Но ведь известно, что наши чиновники слишком внимательно слушают своих руководителей. Даже чересчур.
Вот они и выпустили медаль, на которой надпись эта продолжилась. И получилось: «Да вознесет вас Господь в свое время». А между тем, это цитата из новозаветного послания апостола Петра. «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Что имел в виду император Николай II, никто уж теперь и не знает. А вот сражения русских моряков и героев русско-японской войны мы не забыли. Многому нас учит история той далекой войны и памяти о погибших прадедах наших, и христианскому терпению человеческому, и беспримерной храбрости солдатской. Ну, а теперь прощаюсь с вами, ребятушки, кланяюсь вашим родителям, и храни вас, братцы, Господь, от всех невзгод и напастей.